И снова всем привет! Мы снова возвращаемся в игру Dark Pictures Anthology. Это Little Hope, это снова я, это снова Buddy Play. Погнали дальше. Алло, ку-ку, всем приветики. Ты за кого играешь? За студента? Я играю за студента в красной этой, майке. А я за пацанку с красными волосами, девчонка. За Дэниела. Нет. Мы его пассажиры. Тейлор. Я играю за Дэниела. А я за Тейлор. Взял и ушел. Осматриваю то место, где ты там со своими чувачками тусовался. Там ничего интересного не оставили мне. Слушай, ну водитель изначально выглядел подозрительно. Короче, у меня квиктайм-ивенты. Да, квиктайм-ивенты стали лучше. Ты имеешь в виду легче? Лучше, да, дается время. Я думаю, это причем только начало. Нормально так времени дается. Мы с Анжелой пытаемся, с этой старушечкой, пытаемся найти выход к вам, и приходится вот лазить по всяким этим уступам, препятствиям. А я нашел входную приветственную табличку в город. Добро пожаловать в Little, перечеркнуто, оставь надежду. То есть Little зачеркнуто и написано Abandon Hope, то есть покинь надежду. По-русски говоря, надежду, одежду всяк сюда входя. Да. Little Hope. Так, ну давай поговорим еще с Анжелой. Анжелика. Нет. Не думаю. Вы должны. Что ты нашел в этой девушке? Какой девушке? Мне надо знать, как отсюда выбраться. Серьезно, это историческое Тейлор. Место. Это очень то есть любопытно. Дэниел, он с Тейлор какие-то мутки-замутки у него. Мне нет дела. Я не тороплюсь разговаривать с Тейлор. Место, о котором у меня Герэнни, он прям Гермиона выросший. Я забыл, как зовут актрису. Ты знаешь, как Гермиона зовут? Вдруг что и узнаете? Эмма Уотсон. Вот, у меня Эмма Уотсон конкретно. Только с красными волосами. Я, короче, делал ее такую, это, сучливой, знаешь, такой, со всеми спорить. Зачем? Ну, потому что она выглядит так. Типа, я сама себе знаю, блядь. Дэниел Сан. Ну все, ты не, нас погубишь. Не зря же я отрезала себе член. Тут цепь на ворот. Чего? Ну, она трансгендера, похоже. Так, что-то произошло из леса, говорит, ты слышал? Анжелика что-то возмущается. А я тут какие-то ворота нашел. О, я вас встретил. Рад вас видеть. Наконец-то. Все в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать ее? Ну что ж, придется искать суперопасный путь, сработает. Где мы можем умереть. Готов? Я буду толкать отсюда. Готов. Сейчас, наверное, я буду 3, нажимать, да? 2, 1. Час, часто нажимайте, пока не истекло время. Вот это я понимаю. Вот это мы красавцы. На крестик нажимать команда научились. Работа, да. Все, добро пожаловать в команду. И что теперь? Пойдем в город искать помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Little Hope. Веселенькое название. Не поверите, но у Little Hope и правда мрачная история. Я выбираю Может, рассказать. Сразу пойдем? Без ваших нудных лекций. Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. О, это еще ерунда. Продолжать? Что ты выбираешь? Немного снисхождение. Это просто. Но я буду специально делать ее такой шушливой. Кто бы говорил. Не завидую я Дэниелу. Пренебрежение. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Ты же не знаешь. По-моему, кто-то умрет. Ты будешь так себя вести, по-моему, кто-то умрет. Ничего нет. Не-не-не, нормально. Что ты ей там наговорил? Вообще ни слова. Что ты лезешь на свои дела? Я пытаюсь всем понравиться. А я наоборот. Понимание. Извини, ты права. Меня это не касается. Мы только зря теряем время. Может, пойдем, пожалуйста? Думаешь, это хороший план? Идти в город? Почему нет? Я, конечно, уже согласилась, но что-то не уверена. Что предлагаешь? Может, вернешься со мной к автобусу? Окей. Смотри-ка, у него там сразу, да? В штанах зашевелилось. Загорелось, да. Держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасем вас всех. Короче, шикарная идея. Да, разделиться по двое. Разделиться, конечно, по два человека. Ночью в тумане. Заблудились? В Little Hope. Хорошее Нет. название. Мы опять тут? Ага. Как это возможно? Какая-то странная херня творится.
Боже, то лишился гордости, то дорогу не найдет. Ты к чему ведешь? Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что побежал. Вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел! Эй, осторожно! Аккуратно. Хватит прикалываться, что тут вообще происходит? Мы пойдем вдвоем. Это уже не смешно. Подыграйте мне. Что, в третий раз проверяют? Не, я думаю, сейчас они как раз куда-нибудь уйдут далеко. Нет. Нет? Это невозможно уйти. Эй, а где Тейлор? А, вот что? Он. Что? Я в другую сторону шла! Это ловушка! Выхода нет! Я не понимаю... Точно. Мы шли в противоположную сторону. Так, почему мы снова здесь? Ладно, знаете что? Пойдем все вместе. Мы пришли оттуда, значит, сможем туда вернуться. Очень прошу, держитесь рядом. Не отставайте. Хотите, чтобы мы гуськом шли? Ладно, ладно, иду. В разговорах я вообще участвовал за Анджелу, то есть, может быть, я вообще за Анджелу буду играть. За старую морщинистую училку? Да, она не училка, она студентка. Какая она студентка? Она написана студентка. Она в 65-м была, может быть. На второй год оставалась, поступала. Вот ее и потеряли, брат. Не немного. Ты сейчас за нее играешь? Нет, я смотрю на заставку. Вон она. А, вон она. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что Хватит. Нам делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизику. Я знаю, кто во всем виноват. Это все из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом Little Hope. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернется. Я не виноват. Хватит херню нести! Следите за тоном! Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы, и все остальные. Злость. Это нельзя понять. Это же очевидно. Зато я понимаю, что никого из нас тут не было бы, если бы не вы. Нашли крайнего? Я тоже не хотел застрять тут с вами. Класс! С вами во главе мы конкретно попали. Сейчас туман, похоже, тут главный. Туман! Только бы не вы, да? Сделайте одолжение, скройтесь в грёбаном тумане. Я бы хотел, прошу, поверьте. Хватит. Ссоры нам не помогут. Куда теперь идти? Нам пиздец. О. Мы отсюда не выберемся. Прикинь. Кто-нибудь думает, вот что это... справится лучше? Мне нравится эта игра еще больше. Ну, вперед! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Дайте сосредоточиться. Немедленно. На тренировку. Можете все заткнуться! Так мы не найдем помощь и не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдем туда. В чем смысл? Удаляться от автобуса! Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбанного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдем с ними. Пока все не поймем, надо быть вместе. Слушай, я не до конца докумекал. Они вместе все, да? То есть ехали там в автобусе в одну точку, да? Это студенты с учителями. А, да, я так понимаю, что все-таки да. Ты все-таки вот играешь разбили, за бабульку или за чувачка с... За бабулечку, за бабулинку. Ты сказал, что мы умерли. Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... того. Умираешь? Зачем ты нажал на паузу? Я просто пробую, какие кнопки. Ну, замечательно. Я думал, бежать можно. Не, у нас небольшая прогулка, мы просто сейчас что-то обсуждаем, разговариваем, все. Погружаемся. Я просто проверил кнопочки, я виноват. Там не очень правдоподобно было. Все, погружение на этом закончилось?
Если ты помнишь, что я и в прошлом прохождении то же самое постоянно делал. Не нравится мне это место. Да, кстати, там была, по-моему, какая-то... Там не кнопка спринта была, а какая-то кнопка ускорения, вот что-то вот. Я думаю, это все-таки по сюжету нас заставят только бегать, блин. Вы это видели? Бега как такового там не было, там было небольшое ускорение, незначительное. Чувачок в доме видел? Эй, ты идешь? Не уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. Давай, мы за тобой. Смелый Почему парень. Мы не идем с ними? Анжела знает, что мы мутим. Я уверен. Мы правда сейчас это обсуждаем? Так, мы разделились, получается. Других, более важных проблем. У меня тут разговор с красной важно, футболкой. Как минимум для Понятно. Меня. Они мутят. Говорю тебе. Анжела знает, что мы мутим. Кто такая Анжела? Это ты? Это, да, старуха. Ну вот, типа, она знает, что мы мутим с тобой. Она искала полностью сплетен, как обычно. Что конкретно ты ей рассказал? Так, успокойся, ничего не рассказал. Где же видел? Тут что-то видел. Я еще не готова рассказать о нас. Но Сингинг Никель. Что сделать, чтобы ты поняла, что я тот, кто тебе нужен? Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Что ты не подведешь. Догоним остальных. Я все еще немного не в себе. В общем, что Тейлор и Дэниел переживают, что все узнают, что они мутят. Скорее всего, она вернется. Они проблема это, прям. Они проблема. Они это скрывают. А Андрюха увидел надпись Сингинг, что-то сам и сказал, что где-то он это видел. Или войдем. Над входом надпись, он говорит, что видел где-то, но не знает где. Но здесь определенно поработали над режиссурой. Немножко по-другому все, да? Да, основательно. Монстр там, монстр какой-то Сайлент-Хилловский. Не, это походу какое-то копье было, или что-то типа того, да? Ну, типа того, да, оружие. Да ну что, обычная придорожная кафешка, хот-доги, самса, негры. Эй! Здрасте. Знакомое лицо какое-то у него. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Какой-то актер, может? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Давайте осмотримся. Может, телефон найдем, например, да? О, смотри. Ну? Сыграем? Ты хочешь покидать дротики? Да ладно тебе. Десятку. В центр не попадешь. Попрощайся со своими денежками. Вот это я понимаю, настрой. Ты сейчас за кого играешь? Сейчас буду играть за Джона, за самого главного. Начни с цели попроще. А я в дротики буду сейчас играть. Например, с двадцатки. Так, используйте, чтобы попасть. Вы дротите? Дротишь там? Дротю, да, что дротю. Что ж, новичкам везет. Давай, дабл 7. Так, спрошу у негра, что случилось. Что все заброшенное, какое-то странное. Хоть со зрением проблем нет. Ну, супер. Попробуй теперь в яблочко. Телефон. У тебя слова с делом не расходятся. Телефон есть. Странно, да? Застряли тут с ними из-за тумана. Что думаешь об этом? Мы по уши в дерьме, а от них толку никакого. Не увиливай. Скажи, про что ты думаешь. Что с тобой? Мне хреново. Тут всем приходится тяжело. То, что Джон наш профессор, не означает, что он здесь главный.
Короче, я спросил его про телефон, он сказал, что телефон не работает. Я слышал, диалоги слышу на заднем фоне. Ага. А мои разговаривают про то, что моей девчонке не нравится, что Джон главный. Типа, чем застрял в своем мире. Доска для дартс. Я когда-то неплохо играл. Сейчас ты будешь играть. У нее трудно выиграть. Большой талант. Да, поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь. Теперь ты будешь играть, а я буду смотреться. Ты сам играл? Да. Управление какое-то было? Да, надо успеть попасть в нужную точку. Сыграем немного. Помойка какая-то. Вообще ничего полезного нет. Вот тут соглашусь. Чем скорее мы уберемся из этой дыры, тем лучше. Так, я тут записульки нахожу, сейчас ладно, буду читать. Что-то вы можете. Ну еще бы. Подождите. Тут какие-то цифры непонятные. L.S и куча цифр. Потом P.T и тоже куча цифр. Шифр какой-то. Ваши дети увлекаются астрологией, спиритизмом или призраками? Преподобный Карсон расскажет родителям, на что следует обратить внимание, как подобные увлечения могут привести к нарушению закона и сатанизму. Городское управление Little Hope. Офигенный бросок. Преподобный Карсон. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей цели. Короче, я победил. Ну, было бы странно, если бы нет. А я газетки тут почитываю. Ты нашел, кстати, секрет, было написано. Да. Встреча завершилась голосованием за роспуск. Очередная волна конфискации имущества обретает город на гибель. В понедельник последние жители Little Hope собрались в здании городского совета, чтобы встретиться с антикризисным управлением Кэти Флинт и проголосовать за пропуск администрации. Роспуск, прошу прощения. После закрытия текстильной фабрики Рейвент и последовавшего массового отъезда жителей города, ее казна практически опустела. Назначенный антикризисным управляющим Флинт было поручено управление муниципальными услугами для оставшихся горожан. Однако очередная волна конфискации имущества банками означает, что последние жители вскоре покинут город, и Little Hope будет окончательно заброшен. Лишившись налоговых поступлений, мы вынуждены распустить администрацию. Прям как будто про Омск читаю. 6 июня 1917 года какая-то это. Я фотку нашел. Открытку. Что там изображено? Солдаты, что ли. Ну, короче, где я стою, можешь, в принципе, посмотреть. А, можно, да? Там надо только перевернуть, тут же переворачиваются эти... Да-да-да-да-да. А вот с этим я что-то не особо понял. Сейчас я еще эту переверну, попробую. Ну да, солдаты какие-то, типа, понятно. Астрология, спиритс. Да, вот ты что видел. Листовка. А ты понял, что там один из человек, это Эндрю, на фотке? Ты видел? Нет, не посмотрел. Ну хорошо, ну хорошо, будем знать. Я как бы время на это тратить не буду. Ну вот этот мужичок, который молодой, самый главный, узнаваемый артист. Он один из солдат там. Он, знаешь, никого напоминает? Вот есть такой артист, блин, артист эстрады. Кто? Есть такой актер, который, блин, снимался вот в «Бегущий в лабиринте», вот этот вот. Не знаю, мне его напоминает. Скорее всего, он и есть. Может и нет. Ну, он такой, примелькавшийся, я его где-то в других фильмах видел. Так, блин, я тут проверил, телефон работает, не работает. Он не работает. Было бы странно. Так, сейчас... Наушники поправлю. Все окей. Ты картину не находил? Картина же здесь самая важная. Вообще есть кнопка выйти отсюда. Ну да, я видел, но это, скорее всего, единственное решение, верно? Давай проверим. Пошли, я за тобой. Может, пойдем уже? Че-то как-то Джонни неодобрительно на тебя зыркнул. Вы слышали? Да, точно слышал. Что-то. Вы это тоже слышали? Идем. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Все равно надо идти. Негру уже давно на все наплевать. Удачи. В поисках и всем прочем. Куда он пошел? Удачи вам всем. Удачи, говорит, вам всем сгореть. Дротить будет? Ну, а что ему еще нам одному делать при свете фонаря? Да. Здесь, короче, колокол заменяет сиренный Silent Hill, я так понял.
Бар «Черная кошка». Что-то свет светло у них тут стало. Звук идет из города. Старый пидор от нас закрылся? Да уж, странный тип. Это еще мягко сказано. Ты ее такой озлобленной сделал с первой. Мне она нравится. Она единственная, кто выражается матершиной. My girl. Ой, я играю за Эндрю сейчас. Ты за кого? Я за Анжелку, за секси. Слушай, я пошел посмотреть, здесь есть карта. Я к ней пошел. Сразу слева от, от этого здания. А, я пошел к Джонни. Остановитесь. Мне сказали, держитесь с Джонни и остальными. Смотри, я вижу карту города. Это уже абсолютно не важно, потому что мне нужно держаться с Джонни. Они сейчас уйдут, я потеряюсь и умру. Мы идем куда надо. Не, подожди, ты меня не сбросай, я тут один. Так а я сам сейчас сброшусь, ты чё? Тут что-то есть. Хотя это, наверное, будет ошибка, если я сейчас начну что-то... Да, смотри, какая-то кукла висит. А я нашел еще одну кукла фотку. Ведьминская. Не бросайте меня, пацаны. Ведьминская какая-то кукла, какой-то значок, пентаграмма, блин, что-то нарисовано. Как ускориться-то? Без понятия. Можете постараться не отставать. Тебя я слышу. Так, уже. Джон кричит, что да. Ну, я пошел по дороге дальше. Как тут камера меняется? Ты не нашел, как ускориться? Нет. Воу! Я кого-то увидел, кто-то пробежал. Лось? Да нет, желаю. Человек. Эндрю! Где вы? Мы здесь! Я не вижу вас! Вот тупорылые убежали зачем-то вперед, батьки. Девку увидел. Так, я сейчас осматриваю ту куклу, которую ты рассматривал. Я увидел девку. Эндрю, ты можешь подойти? Меня подозвали. Это чего? Я тебя подозвал. А-а. Я увидела кого-то в лесу. Ну, девка там была, девка. Правда? Этого паренька будем делать таким позитивным, отзывчивым. Я видел ребенка. Я видела в тумане ребенка. Что ребенку делать в лесу посреди ночи? Я точно знаю, что видела. Вообще лучше, конечно, туда не ходить и не проверять. Но я так и говорю. Если там кто-то и был, его уже нет. Я вижу одни деревья. Как думаешь, нам нужно улучшать их отношения или особо не повлиять? Вы двое! Ни хрена себе! Так себе ребенок, я тебе так скажу. Он так близко. Что за чёрт? Ты слышала? Что это такое? Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы там ни был, это совсем не смешно. Джон, где вы? Дэниел, да Дэйл. Они не туда пошли. Они пошли дальше по дороге. Ну же, Джон, где вы там? Это не смешно. Особенности обнов... А что особенности? Любопытство. Держитесь рядом с Эндрю, найдите остальных. А я с тобой. По-моему, рядом. А дальше нельзя, да? Дальше туман, типа? Дальше все потерялись, и мы остались с тобой вдвоем, брат. Подожди, дальше нельзя пройти? Эй, подождите! Да можно. Единственное, туман все гуще. Не уходи далеко, мне крипово. Так, а выложенные, как ведьми из Блэр, выложенные камни? Слушай, оттуда, откуда был ужас, нельзя было пройти, да? Наверное, можно. Что там? Ну вот мы бы сейчас пошли, нас бы там хлопнули. А может быть, они не сунулись бы совсем-то в лес. Это же глупость. Так, кукла, в которой... Ну, кукла Вуду какая-то. Может, и зря проткнули. Я взял? Не, это секрет. А-а-а. Ты, да, управляешь сейчас что-то там? Можно... Сама не пойму. Дай мне посмотреть. Ну, это секретка написана. Найден секрет. Угу. Вау.
Это мы. Отпусти меня! Ты видел это, нет? Нас куда-то засунули в другое время. Как твое имя, сударь? Вежливость, вежливость. Я Эндрю. Эндрю? А твое имя, госпожа? Не груби, брат, не груби. Анжела. Меня называют Мэри. Я сама ее смастерила. Она как та, что подле вас. Соизвольте поиграть со мной. Поиграйте что со мной. Что за ведьмовские проделки, Мэри? Я ничего не сделала. Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Преподобный Карвер не станет ратовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Эми, воротись! Молодые. Здесь были еще люди у костра. Что? Я не вижу костра. Я тоже видел. Вы в порядке? Испуг. Здесь все не так. Что бы ни случилось, это в прошлом. Из тумана появилась маленькая девочка, а потом опять куда-то исчезла. Это шутка? Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? Как же? Я видела танцующую девчонку ясно, как днем. Сказала, ее зовут Мэри. Она выглядела, как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не знаю, я сама не смогла разобрать. Ох, во что это мы тут вляпались? Это Мэри... Она пыталась напасть? Тревога. Может, замышляла... какую-то пакость? Что-то какое-то судьбоносное, да, решение? Это ты, брат. Это я нажал. Это я нажал. Да-да-да. Там эти особенности, они постоянно всплывают, эти сообщения, я решил жмакнуть. Это нормально, просто сейчас это произошло, что-то судьбоносное, потому что такой значочек был внизу слева. Ты весь горишь. Девчонка что-то сделала? Нам нужно присмотреть за Эндрю. Все окей. Боль уже утихла. Ну и? Похоже, остается только дорога в город. Вы шутите. Есть идея получше? То-то же. Теперь Андрюха в зоне риска. Ну да, теперь Андрюхе доверять нельзя. Ну слушай, ну классическая, да, схема, когда вся суть будет подаваться через флешбеки. Что-то произошло в прошлом, что прокляло город. Внимательно ну-ка, слушаем. Рассказывай. Внимательно. Анализируем. Кто не умер? А что, могли? Не знаю. Да, события резко обострились. Все, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно ведет к последствиям. Согласны? Не смотрите так. Я не могу помочь. Помните? Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти то же самое. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался, узнал о многих верованиях, и обычно в каждом есть крупица истины. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу. Призраки прошлого, девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? На чем мы остановились? Анжеле не удается посплетничать с Тайлор. Она не говорит о Лич. А что же Джон? Прирожденный руководитель? Возможно.
Он лишь кажется таковым. А еще Эндрю. Думаю, он сбит с толку. Но он ударился головой. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. А некоторые окажутся прискорбны. Мужчина в баре. Проку от него было мало, как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Хватит. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Возможно, люди в беде. Идите же, развейте этот туман. Отыщите водителя автобуса. Музыка прикольная, я такую люблю. Ты заметил, как много про преподобных говорят? Здесь какой-то преподобный людей лечит своими изысками. И там был преподобный какой-то Карвер. Ситуация тревожная, но мы с этим справимся. Ага, блин, тревожная. Так, это ты за Джонни, да? Уже давно оставили позади. Угу. Первый раз я за него играю. Что там произошло? Не знаю точно, но это их напугало. Кстати, прикольно, да, что чередуют героев, не успевает надоесть. Так, я предлагаю, наверное, пока вот здесь остановиться, продолжить в следующей серии. А почему бы и нет? Все, спасибо всем, кто смотрел. Увидимся еще. Всем удачи и пока. Пока-пока.